Сто лет назад был принят декрет о реорганизации архивной службы Новой России. Сегодня Государственный исторический архив Чувашии отмечает сразу несколько событий. Свое 95-летие, век российской архивной службы и переезд в новое здание. Государственный исторический архив Чувашии располагает самым большим в республике собранием документов. Более миллиона единиц хранения, многие из которых считаются уникальными. Ежегодно реставрируются и дезинфицируются более 27 тысяч листов. Принимаются на вечное хранение около 6 тысяч дел. Здесь можно встретить документы по истории Чувашии, начиная с 17 века. Александр Петров еще в молодости мечтал о работе архивиста. Архив для меня это очень многое значит. Даже я пользуюсь материалами архива. Архив – это история прошлого. Там можно изучить и родословные, изучить историю деревни, историю города, историю республики и, соответственно, и страны. Даже очень много интересного. Вот углубляешься, еще хочется работать, еще находить новые документы. В зале и ветераны архивного дела, и те, кто сегодня заботится о сохранности документального наследия. Добросовестный труд лучших из лучших отметили благодарственными письмами. Но самый большой подарок архивистам сделали в конце прошлого года. Новое помещение, оборудованное по последнему слову техники. У архивистов очень много дел и впереди. Раз появилась материальная база, укрепилась, мы, значит, должны уже об информатизации нашей архивной деятельности думать. Для этого мы в прошлом году приобрели более 13 миллионов только потрачено на приобретение оборудования. Новые линии микрофильмирования, лаборатории по реставрации, дезинфекционная камера для лечения документов. Все это уже появилось в архиве. Здесь есть и выставочный зал. Например, сегодня его экспозиция посвящена 170-летию со дня рождения Ивана Яковлева. Все желающие могут ознакомиться с биографией просветителя, записями лекций, свидетельствами об успехах, письмами и, конечно, книгами. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.